Дети Кадырова выросли в обстановке, когда им постоянно угрожали. Не скрывает. Выкладывает видео. Понимает, какая будет реакция. И неплохо это у него получается. Посмотрите, опережает. Для чего вообще вся эта истерика вокруг того, что сын Кадырова взял и надавал оплюх осквернившему Кара? Друзья, всем привет. Вот мы с вами в каком веке живем? В 21-м? Вроде да. Но есть страна на планете, которая живет в дремучем средневековье. Вы правильно догадались. Это Московское болотное царство. Просто безумное. И его новоявленный вот Кадыров. И что они творят в Чечне. И что они вообще творят в этой стране. И, в общем, про Кадырова сейчас вспомним. Помните, как недавно говорили, что то ли он там умирает, то ли что. Сейчас рассказывают, что он жив-здоров. А так ли это? Сейчас покажу вам, что все совсем не так. Со здоровьем у Кадырова реально все плохо. И поэтому тут интересные события происходят вокруг него и его семьи. И причем тут Соловьев и Собчак. Сейчас тоже увидите. А вы не забудьте подписаться на канал. Прямо под описанием к видео кнопка. Нажмите на нее. Рядом кнопка палец вверх, лайк, пожалуйста. Также комментируйте, что вы думаете об этом безумии, которое вы сейчас увидите. Ну и делитесь этим видео. Я хочу, чтобы увидело как можно больше людей, в том числе в самой России. Ну потому что, смотрите, Россия для русских, они там говорят, русский, русский мир, все. А в реальности? Ну а в реальности этнического русского Никиту Журавля, молодого парня, который сжег Коран, его отправляют в Чечню, представляете, значит, чтобы там его, значит, расследовали, и там он находится в СИЗО. Там к нему приходит Кадыров, и кадыровский щенок его избивает, сын Кадырова Адам, избивает заключенного прямо там. Прямо вот в СИЗО, можете себе представить. Ну, хорошо, что еще, конечно, там не зарубил и не разорвали его на куски там на площади. Знаете, там двум лошадям привязать там или к четырем ноги, руки и разорвать на куски. Вот что-то вот в подобном духе, наверное, будет следующая серия. Ну, а пока серия... Значит, наследник главного наместника просто избивает беззащитного заключенного. И этнического русского, обращу ваше внимание. Как там русский мир поживает, как там скрепы. В общем, видимо, все нормально. Это такой русский мир. В общем, сейчас покажу вам видео, которое выложил сам Кадыров. О том, как его сын избивает в СИЗО Никиту Журавля. Посмотрите. Ну, дикое и безумное видео, но на самом деле, друзья, похоже, это только его небольшая часть. Потому что, во-первых, очевидно, что это какая-то нарезка. Во-вторых, там, что очень интересно, видео это называется «Адам новый». Ну, Адам это Адам Кадыров, сын Кадырова. Адам новый, ну, то есть какое-то видео Адам старый, понимаете? Еще делает это вот скриншот, на котором это видно, делает это все канал ЛНР Гуманитарка, тоже интересно. Видео настолько, и сама ситуация настолько дикая, что даже российским пропагандистам, типа вот Коца, приходится говорить, так а что это вообще, ну, правовое государство, это там, где за преступления сажают, а не избивают в СИЗО. Вот, посмотрите на его пост. В самой Чечне, значит, ЧГТРК Грозный, они выложили это видео, и даже там... С тем, я вам рассказывал, как они там заставляют людей лайкать, следят, кто как проголосовал в соцсетях, кто какой лайк поставил. И даже там, под их полным контролем, на голосование правильно ли начали поступил Адам Кадыров, посмотрите на результат. 22% за, 78% против. Представляете, в зажатой насмерть Чечне. А что уж там говорить, наверное, там вся остальная Россия, наверное, в таком шоке. Ну, вот понятно, что есть пропагандисты, у которых есть своя работа, они будут выполнять ее... И я сейчас покажу вам Соловьева. Но это, друзья, на самом деле очень показательно. Адаму Кадырову 15 лет. Представляете, какого просто растит вот так осознанно. Насколько калечит этого ребенка еще. Ну, уже такого подрастающего монстра Рамзан Кадыров. Что он из него творит? Я хочу вам еще показать видео, как пару лет назад Адам Кадыров, значит, боксирует. И как его там, ну вы увидите все сами. Очевидно, в общем, что его там так намутузили, и тут же судьи присуждают ему победу.
Жесть, это просто какое-то безумие. Посмотрите. Ну и вот здесь я чувствую, характер на характер сейчас пошел, ну, потому что прямо оба завели... Здесь... двоечка хорошая залетела от Аслана. Прям, да, решили не боксировать, решили драться. Нокдаун. Рефери отсчитал счет. И полотенце выбросил. Довольно непонятно, если честно. Поединка Беслан Кукаев остановил бой на 50-й секунде второго раунда ввиду отказа синего угла от продолжения поединка. Победу техническим нокаутом одержал и остается непобежденным. Ну действительно, и цирк, и средневековье, и все в одном флаконе. Ну рыцарством здесь и не пахнет, здесь такое очень все грязно. И очень некрасиво, наверное, даже для средневековья слишком. Там какие-то кодексы были. Ну, здесь о кодексах, конечно, чести речи никакой нет. Ну и тут же в этой всей истории всплыла, сейчас вернемся к здоровью самого Кадырова и почему это видео появляется именно сейчас. Эта история была больше месяца назад, чего вдруг Кадыров решил выложить видео? Да потому что, похоже, все-таки со здоровьем у Кадырова плохо. Вот Flight Radar показывает, что видео выложили на канале Кадырова после того, как его личный самолет из Москвы перелетел в Грозный. То есть, похоже, он вернулся в Грозный и там выложил это видео. Для чего? Для того, чтобы запугать, смотрите, мол, будем всех, ничего никого не боимся и закона для нас нет. На этом зиждется его власть в Чечне. И он еще раз это демонстрирует. А почему ему сейчас это важно? И показать сына и своих отпрысков, потому что сам он одной ногой на пороге могилы. Я в этом абсолютно убежден, и сейчас еще приведу вам аргументы, что, собственно, так это и есть. И поэтому в такой ситуации ему важно, знаете, что Акела промахнулся, ему важно показать свою власть, что она у него есть, и что у него растет смена, которой он, собственно, эту власть передать собирается. Именно поэтому, я уверен, он это видео и выкладывает. Напомню, что он был, там, очевидно, что он был в московской больнице. Там вокруг было множество машин с чеченскими номерами. Кстати, хочу напомнить, что по законам ислама, после того, как если человека не станет, то как можно скорее до заката солнца его надо похоронить. Соответственно, может, поэтому там дежурили машины, чтобы его везти, или везти самолетом, или как в Грозный. А может, сейчас он в Грозный вернулся, потому что с ним может что-то произойти в любой момент. Тут интересная история, значит, сам Кадыров, чтобы показать, что он живее всех живых, позвонил Собчак. И Собчак выложила, значит, результаты их разговора, ну, как сказать, краткий пересказ из ее уст, их разговора. И скриншот самого Кадырова. Говорит, хорошо выглядит, энергично жует орешки. Да, такой вот интересный расклад. Посмотрите, как он выглядит. Но хорошо выглядит, это как-то, мне кажется, сказать, уже глаз вообще не видно. Полностью опухший и запухший. Я бы не назвал это хорошо выглядит, друзья, вот ни с какой стороны. Ну и тут, конечно, этот Собчак, и тут, конечно, еще и появился, правильно, соловьиный помет. Этот, конечно, тоже, ну, редкостный мерзавец. Как он сейчас будет вылизывать Рамзана Ахматовича, это надо просто видеть. Но я вам сейчас это покажу. Смотрите, сначала он говорит, это для него. Это, ну, то есть оправдывает, говорит, все, конечно, но это же Коран, святое, а как же? Посмотрите. Не скрывает, выкладывает видео. Понимает, какая будет реакция. Не оправдывает своего сына. Говорит, если он приступил к закону, ответит по закону. Законопослушный гражданин Российской Федерации, государственный деятель, герой России, всю свою жизнь посвятивший борьбе с шайтанами. Истово верующий, правоверный мусульманин, для которого ислам, в отличие от тех подонков, которые сжигают Коран, суть его мироощущения. Дальше продолжает.
говорит, вы помните, Герой России, как он там все. А если бы сравнил, если бы вы идете по улице, да вашу мать напали, оскорбляют. Это кто мать? Это вот этот вот мальчик в СИЗО, который сидит его избивать. Обратите внимание, что раньше Кадыров рассказывал, что просто Адам остался в камере, он вышел, они вместе пришли. Может, и вместе начинали избивать. А потом он как бы вышел. А кто ж тогда снимает это видео? Там, кстати, еще смешно, министр пропаганды, их там, такой, у них там есть, выложил это видео, значит, еще с таким пафосом, с эпической музыкой, из фотографии Адама в национальном костюме. Ну, просто герой, посмотрите. Ну, героический поступок, ну что здесь можно сказать, ну бред. Но тут ему вторит и Соловьев, послушайте, как он рассказывает, как надо защищать. Дети Кадырова выросли в обстановке, когда им постоянно угрожали. Покушение на отца, трагической гибели в результате теракта руководителя Чеченской Республики, первого президента, Ахмад Хаджи Кадырова, их деда. Мальчишки, которые уже ездили на фронт, и там воевали с шайтанами. Они по-другому видят то, что какой-нибудь Собчак кажется нормальным. Для нее издевательство над религией, над поясом Богородицы, над церковными обрядами – ничто. Она презирает верующих, о чем мне сама впрямую говорила. Говорила, что, ну, слушайте, ну, верующие люди – это люди с низким IQ. А для этих людей это святыня. Ну, а дальше Собчак. И как он на нее орет, и как он просто его плющит. Ну, потому что они не могут поделить бабки. Соловьев такой открытый пропагандист, и открытое, на нем клеймо стоит на все тело. А Собчак долгое время пыталась как-то петлять и между струйками, типа она не пропагандист. Всем все понятно, но все-таки Соловьева это явно раздражало. Он под санкциями, у него уже все забрали. Собчак до сих пор не под санкциями, хотя я подавал сам ее в Соединенные Штаты Америки, в Конгресс, наша комиссия по санкциям депутатская, мы предлагали ее, и я надеюсь, что еще рассматривается этот вопрос, чтобы все-таки ее тоже, против нее ввести санкции, но пока нет, и это явно Соловьева убивает, он отрабатывает напрямую и самую грязную работу делает для Кремля и под санкциями, и под всем, а та все то же самое делает изощренно, но при этом не под санкциями, еще типа делает вид, что она в белом. В принципе, Соловьиный помет понять можно. Послушайте. Проверку начали по сообщениям СМИ, иначе пойду сама. Ну, с Богом. Где Бог и ты? Про какого Бога ты говоришь, безбожная, осквернившая церковь своим якобы венчанием? Ты вообще о чем? Чудовище! Для чего вообще вся эта истерика вокруг того, что сын Кадырова взял и надавал оплеух подонку, осквернившему Коран? Вы что думаете, она реально озаботилась судьбой этого несчастного мальчика, который сжег Коран и которому не башку отсекли на площади? Нет, ужасное преступление, которое совершил 15-летний сын Рамзана Ахматовича, тем, что, оставшись с ним один на один, надавал ему оплюх. А тот, испугавшись, не стал вовсю там биться в ответ, нет. А закрыв лицо руками, ну, дальше увидели, Рамзан Ахматович выложил. И говорит, что, пожалуйста, если суд решит, что Адам виновен, значит, он понесет наказание по всей строгости закона. Адаму 15 лет, поэтому очевидно, что суд должен быть соответствующим. И в это влезает Собчак. Для чего она делает? Друзья, ну вот такой вот наворот, Кадыров, Соловьев, Собчак и вот такая вот страна, Российская Федерация. Ну, безумное средневековье, в котором нет ни права, ни закона, и уже в открытую вообще, ну даже не стесняясь, они показывают, в котором есть наместники, которым все дозволено, в котором есть рабы, с которыми можно делать все что угодно, в котором есть такие грязные шуты, как Соловьев и Собчак, которые выполняют по-разному свою роль, но выполняют ее. И обслуживают интересы вот этих вот...
которые вот так себя ведут, а они за их грязные деньги все это исполняют. Друзья, ну вот такая история, я хотел с ней, ею с вами поделиться, я считаю, она очень важна. Я хочу, чтобы как можно больше людей о ней узнало, в том числе и в самой России, и в том числе русскоязычные люди за рубежом, те, кто еще какие-то имеют иллюзии по поводу того, что такое русский мир. Посмотрите на это видео, и там все станет понятно. Держим строй.